Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области будут производить дома на колесах. Площадка для реализации такого инвестпроекта готовится в городе Сосновки Вятско-Полянского района. Распоряжение о предоставлении земельного участка под размещение производства подписал губернатор Александр Соколов. Автодома от кировского производителя будут оборудованы всеми удобствами для временного проживания: спальными местами, душевой кабиной, кухней, системой отопления. Экономика. На треть выросла за год сумма накоплений кировчан. На 1 июля этого года жители региона хранили на вкладах и прочих счетах в банках 265 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем год назад. По словам управляющего отделением Киров Волговятского главного управления Банка России Сергея Крюкова, с постепенным повышением ключевой ставки со второй половины 2023 года люди стали активнее сберегать средства. Более 98% средств клиентов физлиц хранилось в рублях. Средства на счетах и депозитах юрлиц и индивидуальных предпринимателей на конец первого полугодия составили 112 миллиардов рублей. В эфире «Экономика». Никита Белых устроился на работу на кондитерскую фабрику. Экс-губернатор Кировской области стал заместителем гендиректора по корпоративным вопросам кондитерской фабрики «Пермская», пишет «Коммерсант». Напомню, что Никита Белых освободился из колонии 21 июня этого года, отбыв 8-летний срок за получение взятки. После этого он вернулся в родной город Пермь. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».